Пацаны, всем привет. И девчонки тоже. Я помню, вы меня смотрите. А то претензии тут всякие. Короче, москвич и облегчение. Наконец-то разберем. Я. Взвесить. Сейчас надо будет, сколько весит крыло стеклопластиковое, сколько весит крыло оригинальное. Причем такое оно добротное. Оно даже не простукивается. То есть, скорее всего, его обмазали всем, чем только можно было, чтобы оно никогда в жизни не сгнило, в отличие от заднего крыла моего. Соответственно, будет понятна разница между стеклопластиком, металлом. Сейчас поедем, пацаны, я заберу. Мне сделали копию фартука моего. Снимаю капот, будут делать копию, будет из карбонки влара вроде бы. Сейчас переговорим с мастером, потому что вы мне писали дофига наводок. В Белоруссии фирмы, я все обзвонил. Мне сказали, да, мы занимаемся, конечно, но никакими посторонними вещами мы не занимаемся. Только то, что у нас есть в списке, пожалуйста, мы сделаем, отправим, даже в Эстонию. По поводу машинаторов, это вообще просто нереал туда достучаться. Да и даже если я достучусь, у них сейчас куча своих проектов, это 100%. И ну, какие-то мелочи делать, там, куда-то в Эстонию отправлять. Ну, я даже сам буду переживать за транспортировку, поэтому офигенно, что я нашел пацанов здесь. Едем к пацанам, короче. Кстати, он не сильно тяжелый. Вообще есть что-нибудь тяжелое? Вообще просто не хватает этой дум барабанить. Но он как бы... Ну я даже не знаю. Ну 10. Ну дай бог 10. Ну хотя нет, он больше, чем 10. Он очень легкий. Сейчас сгоняем за фартуком. Сгоняем за фартуком. Я вся надежда на крылья. Надеюсь, они тяжелые. Снимем крылья, перезамерим все это дело. Поехали. Лучший выбор. Пойдет. Уже открыты, проверены. О, нифига себе. Это что такое? Red Bull Pit Bull. Так, я подготовился. Блин, он такой маленький. Он, во-первых, маленький, во-вторых, он легкий. В-третьих, я забежал, купил самые дорогие весы. За 14,90. Ой, ой, ой. Так, сюда, да? Будем надеяться, что там есть. Есть. Так, килограммы, то все. Так, сколько может весить? К
Кто, ставим ставки? Ну-ка. Я бы сказал, может, 13. Я думаю, 16. Может, на краешек? Ну, вот между нами. Подожди-ка. 14,8. Давай еще. 14,8. 14, а что 8 откуда? Почему не 15? Так, ну-ка еще раз, третий контрольный. 14,8. Ну, нормально. Я боялся, как бы там 10, 11, 14,8. Я думаю, было бы все 13,5. И закрепление. Ну да, крепление массивное. Но я их оставил тебе, чтобы, не знаю, зачем. Да, наоборот, хорошо. Зачем-нибудь. И... А, ну получается, что нужно будет? А, это защелка? Она нужна. Усилитель, по сути, тогда не нужен. Он уже здесь и так не приклеен. Ну, не обязательно прям точно да, так. Да, это... да, это понятно. Ну, здесь просто что-нибудь. Угу. Я думаю, можно будет даже без всего обойтись, просто под нее сделать специально. Угу. Ну и вот эту штуку. Это стопор капота. Угу. Не знаю, теоретически можно ее отсюда потом переставить, переклеить. Так она тут, наверное, на сварочных точках. Ну, их рассверлить, снять ее и приклеить уже просто в новую конструкцию. И хром этот, мы его снимем. Да, его просто под него померить, да, просто потом, чтобы примерно все это вставало. Как-то я вот не пойму. Должно быть здесь такой выступ, не должно быть. А, ну да, должно быть. Хотя странновато немножко. Как будто должно уже быть ровно. Такой подъемчик идет странный. Глаза не бросать. Угу. Ну, короче, повторить, да. Вроде там все зазорчики ровно было. Все ровно. Но, правда, уже... Или все-таки... Только вот смотри, вот все вот эти вот сколы. Видишь, я бы тебе о них говорил. Ага. Это я красил просто внутрянку капота. Угу. Потому что вот здесь вот по краям, вот здесь вот скол, оно все поднимет, в принципе. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Есть еще вариант, что мы можем перед началом все залачить его за. А, слушай, он и вправду как будто вспучился. Его как будто повело реально. Странно, кстати. Ну да, он даже не попадает под дырочку. Как будто его Валуев так взял немножко, и он так бананом. Ну да, он поэтому и стоит, у него два болта. Что за бред? Может, назад и наперед стоит эта планка? Да, наверное, нет. Ну ладно, снимешь, надо будет посмотреть, может, ее. Так, короче, капот делаем. Можно же. А, кстати, канал вот все в этом месте стоит. Мы все это интегрируем. Угу. А там кто-то будет еще, да? А там, чтобы слишком много места, надо столько не нужно, мы решили это. А, так вы вообще закупорились? Да, да, мы закрыли. А, вот. Ну да. Да. А там пока что Камаро, да, стоит? Там только Камаро сейчас стоит. А, ну и BMW. Но мы их сюда перевезем. Ну и вот от него, соответственно, капотик, да, уже вот? Карбоновый. Ну, полностью. Да. А оригинальный? Оригинальный мы увезли в другой гараж, потому что там у него дырка в центре. А. Это... у нас оригинально он без дырки, а этот был сделан специально, ну, по слепку оригинального, но с вырезом для этого компрессора большого. Он тут торчит, потому что под капотом. Но он заброшен пока что, не делается. Он карбоновый, но поскольку он получился кривым, это был самый первый опыт. Просто красить. Угу. Не, ну вот это ровненький, красивый. О, да. А получается разница... Этот уже год стоит, ждет. Ну да, здесь одним листом красиво. А, двумя. Вот здесь шовчик, да? Да, но шовчик перекрашивается. Ага. Это, естественно, вырезается.
потому что какие-то борсики были. Ну да. И разница с оригинальным получилась... Много. Но он не должен быть столько слоев. Мы сюда положили все, что у нас было. Он должен быть, не знаю, может, слоев 4, а тут у нас 7 обычного карбона и 2 толстого. Угу. Оригинальный весил сколько? Много. Но это такой вот капот американский, там чисто сталь. Миллиметровый, если не знаю. Килограмм 25, наверное, он там да, был. Больше, да. А этот примерно? 15, наверное, вышел все-таки 14. Но я говорю, он не должен столько весить. Ну-ка, я так, я приподниму, да? Да, да. Чисто по большим ощущениям. Ну, давай взвесим, он не 15. Если 15 москвичевский. Мы с низом еще начали экспериментировать. Давай. Снизу. Тринадцати шесть. Угу. Не, ну доделается, еще сточится сколько всего. Ну да, еще низко, смотри, там все. Угу. Вот капот, я думаю, он до 5 килограмм. Блин, ну если будет до 5, это вообще офигенно. Потому будет в 3 раза дешевле. Всего 2 слоя карбон кевлара и кедов между. А, ну, угу. Угу. Но она еще прижмется чуть-чуть. А, она тоже как стекло отнесли, да? Она просто, ну, экономит материал, угу. Чтобы дешевле вышло. И, ну, дешевле это прочность, всегда хорошо. Прочность, да, чтобы самое качественное. Сверху это другой мы купили карбон, а вот карбон кевлар такой. Ага. Но он все равно у меня краситься будет там, да, без разницы. Да. Ну, просто он дешевле будет. Да? Плюс-минус. Отлично. Красиво переливается. Ну, да. Толстый, там чувствуется. Он некрасивый, но... Нормально. Под покраску. Идеально. Мы можем его тебе поставить. Не, мне что подешевле, оно всяко лучше. Так, ну и губу я наконец забираю. Губу я забираю. Если нужно делать низ, я думаю, это будет просто два слоя стеклоокна, очень тонко. Там плюс-минус, да. Там ничего не видно, то есть это такая конструкция. Там только под замок, более-менее, чтобы, может, здесь какой-то крест-накрест небольшой. Угу. Я ну думаю, да? Чтобы да. Он уж точно стоял. И... Ну, это, кстати, не обязательно стопор. Это, может быть, я потом просто сделаю тогда на аморт. От этой уйду. Просто, видишь, надо заранее договориться, как и что мы будем делать. Потому что... Эту не копируем, эту не делаем. Вот только вот это важно. Все. Переставить крюк. Угу. Здесь... Что-то. А вот здесь вот, хотя нет, тебе подкрепление. Будет. Да, то есть подкрепление, это вообще непонятно для чего. Ну, это вес. Там вода. Это, да. Все равно жесткость дает, чтобы вес меньше было. Да. Все, то есть с обратной стороны тут не важно, как и что будет. Окей. Чтобы он визуально был одинаковый, чтобы хром переставился. И все. Да. Кстати, красивая краска. Вот я в такой хотел себе москвич красить. Еще тебе с этим... Угу. Это как раз у меня пробник под капоткой было прокрашено. Он, знаешь, напоминает краску от комара, вот она у нас. Ну это больше морковка, это прям ну, такой да. Вишня больше. Ну это от корвета вообще. А вот этот цвет как раз таки, да. Ну он выцвел еще, да, мне кажется. Да, выгоревший немножко. Ну прям такой. Здесь он видно, даже разница такая сильная. Так, все, это оставляю. Ай. Ой. Ай.
если надо будет его перекрашивать. Потому что это мы все будем счищать, чтобы идеально ушло. Да, хорошо. Так я его использовать-то и не буду, я просто его кому-нибудь-то продам, наверное, потом просто и все. Ну, я ж, то, что, да, если я у вас уже сделал, вот здесь я что-то подмазывал, да. Да, да, мы это все счищаем. Да, пылины эти все подточить. Да, смело. Потому что все, что здесь есть, оно все перекопируется на слегка. Угу. Абсолютно все. Так, фартук? Фартук тут. Так. Видали? Пыль, пыльный. Ну ничего. Просто его покрасил. Так. Ну чуть-чуть, да, да, видно. Так, получается, с фартука снято. Так, оригинальный весит 4, сколько? 150. Надо записать будет так, 4150. Копия весит 2,7. 50. Да ему. Да, 2,750. Ну, легче, однозначно легче. Хочется-то прям во много. Да блин, тут не с чего снимать, да, по сути. На самом деле, сейчас я думаю, что, наверное, может быть, надо было местами 2 слоя положить. Там везде 3 слоя. Угу. Я из двух же частей делал. Я думаю, может быть, их по 2 части. Но тогда, видишь, уже хрупкий был, потому что сейчас стеклоплотно, ну, где-то там, ну, знаешь, пытаешься на балку, и так загнул, он треснуть может. Ну, нормально. Карбон в этом плане, да, намного легче, он гнется сколько угодно. Ну, я тебе показывал, помнишь, слой просто на 360 градусов. Так, пацаны, теперь фартук у нас известно. Кстати, я так и не посчитал, сколько мы выиграли. 450 оригинал минус 2,750. Ровно 1400 грамм. С фартука снимется. Крыло стеклопластик. Теперь надо узнать. Ой, какое легкое, да ладно. Подожди, ну-ка еще раз, я не верю. 5,4, да ладно, еще раз, подожди. 5,4. 5,4 крыло. Капота обещали 10 килограмм, что уже неплохо. Теперь надо взвесить. Че, погнали наших городских. Ой-ой-ой. Еще зачем? Почему? Отдай. Отдай. Отдай, отдай, отдай. Ну слушай, оно тяжеловатое. У него налеплено еще всего огорода. 5,4 против. Ой, какое скользкое. 10,3. Почти в два раза. Ну-ка еще раз. 9,6 спокуха. 9,6 и еще раз. 10. 9,6. 9,6, значит. Но у меня налеплено
килограмм шумки, оказывается, было. Плюс оно промазанное все. Ой, скользкое. Короче, кому-то потом задарю почти новые крылья. Так, получается, в два раза крылья. Так, 9,6, 5,4. Я принципиально не буду думать. Посчитаю на калькуляторе. 9,6 минус 5,4. Да, 400. 4 килограмма. По 4 килограмма. Ну, как раз, да. 4,4, 8. 8 килограмм с крыльев. Фартук. 9,400. И капот. Ну, типа, обещают 10 килограмм. Если так и будет, то, ну, почти 20 килограмм. А что убрать можно еще-то? Тут убирать-то нечего. Ну, в теории можно, конечно, просто вот это вот вырезать. Крыло все равно оно закрывает. И подкрыльник закрывает. Да здесь миллиметры. Не знаю, да. Да, фартук новый, фартук. Крыло новое. Ну, 20 кг, да. Плюс еще перенесен аккумулятор в багажник. Полуслики. Короче, облегчение облегчением, пацаны. Еще из интересного. Об этом я, конечно, подробно уже в следующий раз расскажу. Но давно мечтал себе такое сделать. Сейчас в процессе тестирования. Штука. Зацените. Ё-моё. А как я до 6 разгонюсь, если у меня буксует все? Людей перестреливаешь.